Петербурге появился городской донорский штаб. Новую площадку для обмена опытом открыл фонд доноров. Здесь будут проводить различные тематические лекции и уроки, а также привлекать сообщество новых единомышленников. Главная задача – сделать так, чтобы каждый донор сдавал кровь не менее 3 раз в год. Особое внимание будут уделять донорству костного мозга. Специально к открытию новой площадки подготовили выставку о работе фонда доноров. Организация была создана 8 лет назад. Если в 2008 на 1000 человек приходилось 8 доноров, то сейчас эта цифра выросла вдвое.